В республике введен в эксплуатацию новый 106-квартирный дом для сотрудников и пенсионеров МВД. Ключи первым новоселам вручил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности у Али Баташева. Новый многоквартирный дом в северном микрорайоне Черкеска. 17 этажей, 106 квартир, ключи от которых ждут своих новоселов, сотрудников и ветеранов МВД. Дом построен по современным технологиям. Домовая территория оснащена спортивными и детскими площадками, парковочными местами, а также собственной котельной. Убежден, что сотрудники МВД республики заслуживают жить в таких комфортных условиях, отметил Рашид Темрезов на торжественной церемонии. Безусловно, это значимое событие в жизни сотрудников МВД по КЧР и с точки зрения реализации социальных инициатив президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части социальных гарантий сотрудникам полиции и членам их семей. Мы со своей стороны оказываем и продолжим оказывать поддержку подразделениям Министерства внутренних дел у нашей республики по укреплению материально-технического оснащения в вопросах межведомственного сотрудничества. Считаю, что эффективное взаимодействие органов государственной власти всех уровней и Министерства внутренних дел Карачаево-Черкесской республики во многом залог мира, согласия и стабильности на территории нашей республики. Свои поздравления жильцам нового многоквартирного дома адресовали руководство МВД, представители православного мусульманского духовенства и общественных организаций. Глава республики вручил сотрудникам комплекты ключей от новых квартир. И вместе с временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Владимиром Нефедовым разрезал красную ленточку. Затем почетные гости осмотрели дом. Все квартиры сданы в эксплуатацию с полной внутренней отделкой, поэтому ремонта не требуется. Как говорится, заходи и живи. Пенсионер МВД Мухаммед Карданов вместе с женой Людмилой остались довольны новым жильем. Я работал всю жизнь это патрульно-постовой службе. Там в городе Лево, Ворошилово 3. Вот счастливый день. Да, естественно, счастливый день. Конечно, все радуются, все этот прекрасный дом. Сделали подарок ко дню милиции. Квартира, конечно, очень шикарная. Мы очень долго ждали ее. Мы очень рады. Все сделала прекрасно. Все шикарно. В гости к счастливым новоселам заглянул глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Многоквартирный дом построен в активно развивающемся районе республиканской столицы, оснащенном необходимой инфраструктурой. Рядом здание регионального МВД, новая поликлиника, спортивная площадка, центр для одаренных детей. Готовятся к открытию школы и детский сад. Есть все возможности жить и развиваться. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия.